Здорово, народ! С вами тут Мозби, и недавно я слетал в Москву для того, чтобы посетить крупнейшие события Игромир и Комикон. Моему счастью просто не было предела, потому что я впервые наблюдал такое событие своими же глазами. Различные стенды, косплеи, тематические товары, новинки игр и многое-многое другое. Расскажу вам вкратце, что такое Игромир и Комикон. Это два крупнейших события, направленных на показ эксклюзивов, фильмов, комиксов, игр и техники. На Игромире, естественно, можно было поиграть в предстоящие новинки, что я, естественно, и сделал. На Комиконе можно было ознакомиться с новинками из мира комиксов, пообщаться с авторами и даже взять у них автограф. Но это не основная часть мероприятия. Самое главное это то, что главным гостем программы был сам Кристофер Ллойд. И я, естественно, хотел бы похвастаться тем, что теперь у меня есть фотография с ним. Но я этого делать не буду. Правда, там еще был Рутгер Хауэр, но к нему я, к сожалению, попасть не смог, так как рано улетал домой. Что касаемо косплея. Блин. Это просто офигенно. Люди настолько вкладывают в душу в своих персонажей, что они не просто надевают костюм и разгуливают по залам. Они по-настоящему вживаются в роль. Вы только взгляните на Росомаху. Он настолько громко и реалистично закричал, что мне даже стало не по себе. В общем, чего я рассказываю, просто взгляните на небольшую нарезку. Я был в восторге от множества дизайнерских решений по сборке оборудования. Некоторые системные блоки создавали так, как будто это звездолет из будущего. Естественно, я, да и наверняка вы не отказались бы от одной из таких прелестей. Надеюсь, что скоро моя маленькая мечта исполнится. Очень здорово, что там раздавали бесплатные энергетики, потому что просто так ходить ошеломленно и снимать различные стенды, это, ну, мягко сказать, не клево. Поэтому я решил немножко разрядить атмосферу. Это был мой первый год на Игромире и Комиконе, поэтому я не так сильно разошелся. Хотя я хотел поучаствовать в конкурсах и потанцевать в Just Dance, ведь у меня хорошо получается танцевать. Очень надеюсь, что в следующем году я приму участие во многих конкурсах и, возможно, даже что-нибудь выиграю. На этом, я думаю, ролик можно закончить. Если хотите, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Еще увидимся. Всего доброго. Пока!